Сегодня праздник для Цунтинского района и всего Дагестана. В селении Бишта из Махачкалы везут реликвии пророка Мухаммада, мир ему и благословения. Реликвии бережно переносят из дома муфтия Дагестана в каждую машину. Всего 26 раритетов. Среди них принадлежности пророка Мухаммада, мир ему и благословения, и его семьи и сподвижников. Сопроводить благословенные вещи приехали главы горных районов республики, именитые спортсмены и общественники. Автоколонна численностью в более чем 50 машин выдвигается из столицы республики. На пути следования жители практически каждого населенного пункта встречают частичку пророка, мир ему, живыми коридорами. Здесь взрослые дети с шарами, цветами и плакатами. Любовь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, объединил нас сейчас. Все бросили. И работу бросили, и свои домашние хозяйства бросили, и сельские, вот эти весенние работы тоже бросили. Пришли сюда. Мы любим пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хамдулля шукру, что сегодня проезжают через наше село. Очень рады приветствовать всех. По подъезду в селении Бишта автоколонну встречает группа всадников и живой коридор людей по всей территории аула. Тысячи верующих приветствуют реликвии, благословляя и прославляя посланника Всевышнего. Мир ему и благословения. Реликвии одним за другим с трепетом заносят местный спорткомплекс. Первая, самая ценная из них – голос пророка Мухаммада. Мир ему и благословения. Реликвии пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Внутри спорткомплекса сейчас идет подготовительная работа, после чего выставка примет первых посетителей. Основной поток людей ожидается на следующий день. Как он пройдет, мы расскажем в следующем нашем сюжете. Хамза Нурмагомедов, Ислам Халиков, телеканал ННТ, Бишта, Биштинский участок.